Всем привет! Буду сейчас разбирать радиометр Anrisu SNA 01 с двумя счетчиками SBM20. Первый раз в жизни разбираю. Приборчик в жизни он меньше, чем кажется на видео. Я думал, что он больше где-то раза почти в два, полтора. А в жизни он оказался маленький. Вы сейчас смотрите на видео, вам кажется, что большой. Если вы никогда в руках его не держали, то вы будете думать, что большой. На самом деле прибор маленький, меньше, чем РКС-2003 Припять, и поместится в карман. А я-то всегда думал, что он такой плохой, большой. Вот первый раз в жизни взял его в руки, купил и посмотрел. Разбираю, покажу, что внутри. Сзади вот такая крышка с такими надписями. Она вверх поднимается. Здесь два счетчика SBM20 стоит. Ну, можно переделать, поставить 4. Но придется еще схему переделать. Здесь лист свинца тоненький. Фольга свинцовая. Ну, не сверхтонкая, но тонкая. Здесь счетчики два. Закрывается. А здесь вот такая защелка. Ну, она плохая, конечно. Надо подкрутить, чтобы было потуже. Открываем. Смотрите, куда идут какие провода, если кому нужно. Это здесь тоже свинцовая пластина изнутри закрывает счетчики. К ней припаян вот этот провод. Вот он пошел в край сюда. Следующий сюда идет. И вот эти. Вот можете посмотреть для ремонта, кому нужно, будете знать. Дальше, вот плата, я ее открутил. Здесь две платы еще. Достаем и смотрите, здесь куча КМ-конденсаторов зеленых с платиной и палладием. Сейчас покажу номиналы всех. Вот. Может, кто будет ремонтировать после вандалов, то вот показываю вам номиналы этих всех конденсаторов, чтобы вы знали емкость, могли заменить и оживить прибор. Так, потому что прибор стоит дороже этих конденсаторов. Так. Здесь показал. С этой стороны вот вторая плата. На ней ничего нет. А с обратной стороны экран. Кстати, мне повезло. Целенький, чистенький. Микросхемы, все остальное. И смотрите, тоже КМ-ки. Номиналы обязательно надо показать, чтобы люди могли восстанавливать после вандалов. Так что смотрите. Так, раз, и вот здесь, вот, вот номинал, и вот. Все, все номиналы показал КМ-ок. Теперь вы легко можете их заменить на любые конденсаторы, другие. Вот экран, о, смотрите, отвалился, он не припаян. Он крепится на резинках таких, интересно. Вот такой экранчик. Интересно, родной это или нет. Но я позже разберусь, сейчас нет времени. Ну, на резинках был, вот сколько контактов. Можете посмотреть, кому надо. Что-то еще написано на плате. Вот, можете почитать. Какой год? 91 год. Дата изготовления. Так, вот три кнопочки такие. Вот, а здесь крона.
зумер, пьезопищалка, вот она, пьезокерамический. Здесь разъемно-выносной датчик. И все, вот так. Вот и весь разбор радиометра Анри 01 «Сосна». Вот и все. Всем все показал. Надеюсь, кому-то будет полезно. Все. Всем пока.